на сцену человека, который сыграл важную роль в моей творческой судьбе. Он поверил в меня, когда я была совсем еще неопытной певицей. Сразу пригласил меня в большой тур по России. И я полетела. Даниил Крамер! Я не просто поверил, я уже видел, что передо мной будущий первый номер российского вокала, вроде бы не ошибся. По этому поводу надо спеть. С удовольствием. Лучше всяких слов порою взглянуть.